пока мы все хором будем отсчитывать 12, да, считать до 12, мы должны как можно больше нарисовать новогодних зимних атрибутов. Новогодних и зимних. Итак, зал считает до 12. Начали? А есть у вас книжки? Ну что, вы готовы? Нет. Просто, чтобы не просветить, надо что-то положить. На полу рисуйте. Книжку какую-нибудь. А, все, Зарема пошла. Сейчас, секунду. Давай. Ну подумайте, пока ладно. Раз у вас такая возможность есть, мы считаем, нужно до 12 рисовать только, пока мы считаем. Атрибуты? Атрибуты, правильно? Да, да, да. Все, все, хватит, давай. Смотрите, елку, гирлянды, Дед Мороза быстро можно так, нарисовать. Ну что, зал, готовы считать? Да, да, да. И поехали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Стоп, убираем все, убираем маркеры. Кого начинаем? Давай, тут с девочками начинаем. Снимай каждого. Давайте, пойдемся. Так, у нас здесь, рассказывайте, что у нас здесь. Свеча, мандарина. Свеча, мандаринка, звездочка. Три атрибута. Поаплодировали нашим девочкам. Команда номер один. Так. Номер команда номер два. Что у нас здесь? Говорили. Это шарик, это снежинка, это елочка, это подарок, это снеговик. Наши пять атрибутов. Молодцы, пять. Чуть-чуть, да, вы опередили. Елочная игрушка, елка, шапка новогодняя, снеговик, и попытался написать гирлянду. Так, это у нас тоже пять получается? Да. Ну, у нас ничья. Девочки тоже молодцы. Так, поаплодировали нашим художникам. Поаплодировали. Подарочки. Итак, хотелось бы презентовать. Ну просто мы даем и все. Ладно, хочу сказать красиво, презентуй, что. Ради бога. Так, что-то у нас тихо, нам нужна какая-то музыка. Красота. Это. Диджей Даймонд. Сама? Это тебе там подзаймонд. Вот и мини. Спасибо, сказала? Спасибо. Но это еще не все, поэтому дальше. Давай сюда вода оставляй, наверное. У нас еще тут две желающие. Так, есть, да, еще? Как бы желание что-то делать, да? Да, 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 есть. Покажи, мы только вошли в азарт. Конечно. Потому что у нас сейчас будет такой более серьезный конкурс, но я что-то вот не вижу, вот как-то все вот... Надо вот папу вытаскивать тоже. Папа, давай, давай. Нам надо сейчас три команды. Три команды. Три команды. Давай, папа, я буду. Три человека. Но чтобы один взрослый был обязательно. Один. Давайте, определитесь. Да. Папа, давай. Саня, Саня идет. Мы с Саней. Я его команду. Давайте теперь папы поменяются с мамами и с взрослым, да? Можно так, да, можно так. Так, смотрите, только нам сейчас нужна ваша. Только выносливый ребенок. Что делать? Давай. Итак. Так, для начала мы открываем скотч. Каждый чуть-чуть откроет скотч. Давай, давай. Так, вижу команды Straight Vision. Так, смотрите. Так, Саша, я не могу понять. Все, мы трое. Он сам. Саша. Я открываю скотч. Самого мощного. Скотч. Но не шотландский. Раз, два, три. Подожди, подожди. Ты сначала откроешь. Так, Ксюша. Мы не можем сами. Давай я открою. На, держи. Мы в одной команде. Камера снимай. Вы немножко, видите, мы немножечко чуть-чуть не подготовим. Получается. Так, Эмиль скотч открывает. Я открыл. Так, молодец, Артем. Саша тоже уже чемпион. Ножницы, хозяйка дома, неси. Ну, Виталик, ты что скромничаешь там? Будете с одними ножницами все делать. Ну, ладно. Надо три! Так, что? Зубками. Зубками. Там стрелочки есть? Только я не поняла, в какую сторону. Вот, Саша, дай он, может, откроет быстрее. Это наш маркер. А, я не нужен. Сейчас. А что, три ножниц надо? Да, три. А ничего вы такие маленькие? Бери побольше меня, ну. Я
не маши. Что делать? Я снимаю экран. А, хорошо. Да, когда оператор от Бога. Все, тогда вы с папой, а я снимаю. Положим вот так. У нас будет, знаете, такое, кто первее, тот и этот самый. Не молодец. Я ругнуться не могу. Можно взять? Так, нет, подожди. Не, подожди. Так, я хочу понять, где команды наши. Где команды? Пойди, покажитесь. Вот вижу одну. Просто прям видно, что отдельная команда. Да. Так. Здесь вот команда, правильно? Да, да, да. Вот мы команда. А, вы команда. То есть, да. Не важно, то есть, это как бы двое детей. Двое детей, один взрослый, один два, можно знать. Ксюша. А, Ксюша взрослая? Хорошо. Вы сказали, что еще хотя бы один взрослый. Ну, хорошо, вы правильно, хотя бы, это значит... Молодец. Ну, держите. Значит, смотрите, она скучная. А, скотч. Где еще один? Было три скотча. Отдайте вот один скотч. Зачем вы забрали все скотчи? Они забрали, чтобы вы не понимаете. Это уже такие ходы. Так, так, ну, можно вот такая вот еще. По тарелочке. Так, держите. Держите. Ням-ням. А ты хочешь купить? Что-то уже взрывоопасно. Так, смотрите. Марина. Так, вот это все, у нас все в этом самом, да? Получается, что... Давид, где наша музыка? Смотрите, наша задача. Конкурс у нас снеговик. Да, снеговик. И давайте так, из чего состоит снеговик? Из трех комков. Трех комков, хорошо. Морковь. Хорошо. Еще каких-то более или менее, да, чтобы верхний был, ну, плюс-минус, да, меньше морковь. Других, да? Морковь, да. Ну, морковку мы не будем. Не у него должны быть пуговички. Да. Хорошо. Веточки. Глазки. Носик нарисованный. И ведро. И вместо ведра вот такая тарелка. Хорошо? Угу. Которая крепится на двусторонний скотч. Поэтому я вам предлагаю сейчас отрезать. Я не потянула. Отрезать? Что вы можете сделать? Я не понимаю, что делать. Сейчас я еще раз повторю. Короче говоря, нам нужно, чтобы вы слепили трех снеговиков, и мы оценим, какой из них самый лучший. Шары это туловище. Ну и что я вам подсказываю? У всех ножницы, у всех маркеры, у всех есть ножницы, маркеры, и вот ваши шарики. Давай, включаем его. Давай. Ну что, ребята, давайте шедевр, снеговик. Снеговик. Красивый. Что надо делать? Шарики? Берите шарики. Давай, беги. Давай. Только не удалите, пожалуйста. Так. Да, каждый сами за себя. Это конкуренция. Получилось. Склеивать надо. Склеивай. Шарики, ушки, пушка. Шарики надувай. Это тарелка приклей. Надувай. Это для тарелки, Эмиль. Вот, все, хватит. Сейчас мы это еще. Что это такое? Я не могу понять. Это снеговик. Так, соломатины, что здесь делают? Виктор! Эмильчик! Он живой! Как ваши цветы? Оно живое! Рисуй! Где тарелка? Тарелка? Почему у них синяя голова? Он что же, перепил, что ли? Тарелка! На, тарелку! Тарелка! Это снеговик стал. Снеговик должен быть красивый. Сейчас выиграем. Тихо. Есть. Это первый снеговик. Пуговицы. Вот. По позвоночнику нарисовал именно. Да, победа, это мы. Так, покажем, как ваша команда-то называется? Злые драконы. Злые драконы. Ну что, те, кто не участвовал. Сейчас дождемся сейчас еще одного снеговичка.
Так, а ну показывайте своего сына. Ой, у вас снеговик. Нет, ряда. У них с какой-то тарелкой. Поняли, да? У нас крутой, но это все фигня. У вас прям гениальный. Так, ну это какой-то снеговик, знаете, он уже такой поплыл немножко. У них хиповый какой-то он. Я просто, ну я даже не знаю, что сказать. Джумабаевы, вы что там? Мы сделаем красивого. У вас какой-то китайский снеговик. Прекрасно. Нас носа. Ну что я могу сказать? У нас выделяется только один снеговик, вот этот. Он, а, это шедевр вообще. Вообще. А вот, да, поближе, прекрасный. Да. Вот снеговичок, и вот тоже прекрасный снеговичок. Ну, молодцы, да. Молодцы. Молодцы. Ну, кому поверить остается, не знаю. Носите Соломатиным! Все, ну, не зависит от жизни. Молодцы. Да. Это да, на самом деле хотел вам даже показать. Не решите вам. Победителя. Вы победители. Победители. Поздравляю. Вот что я вот нам одел. Бобры, да, или кто? Да, сухие бобры. Что, сухие? Потому что сухие. Елочки. Значит, мы сейчас вам будем показывать карточки, где будут зашифрованы названия фильмов. Но Матвей. С одним но. Смотри, там не меня. Будет гласных. Все знают, что такое гласные, согласные, все. Да, проходим заново, проходим. 10 гласных, остальные согласные. Ребята, все на счет. Все на счет. У нас есть шансы. А зачем мне? Да. Итак, поехали. Вот номер один. Что там было? Это фильмы? Ну, пропустили. Да. Глазные. Вот, смотрите. Фильмы. Мы сейчас угадываем фильмы. Ага. Вот. Но название фильмов, да? Да, название фильмов. Но у вас оно будет без глазных. Указано на карточке. Итак, Матвей, если не кто первый будет говорить. Что за шоу? С легким паром. Правильно, да. Все, добрый. 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 С добрым утром. Да. Девочки. Yes. Команды елочки, которые повзросли, девочки. Перец. Я знаю такой фильм. Парацетамол. Что там может быть еще? РЦП. Принц. Нет? Новогодние. Ну, не то чтобы, ну, как бы, да. Известный. Ну-ка, давайте включаем. Ну-ка. Какой-то, наверное, грузинский. Пару ну, представьте, что первая гласная просто пропущена. Она вас где уже... угодно, может быть. Просто... Ашпи. О. Операция «Ры». Правильно. Блин. Всего лишь три согласных. Ёлочки сравнивают счет. Соберемся. Все нормально, мы в конце выиграем. Итак, мы же сухую должны были выиграть. Да. Один дома. Правильно. Блин. Молодцы. Сразу видно, кто у нас фильмы смотрит. Так, внимание. Ёлки. Правильно, молодцы. Все, не дайте шансов вообще бобрам. Блин, у нас вообще не все. Ёлки один, ёлки два. Слышь, а у тебя паяльной лампы нету? Так быстрее договориться можно с ним просто. У меня две паяльных лампы. Да. Быстро чародей. Да, правильно. Выровняли. Да, три выровнялись. 0-0. 3-2. И последнее очко. О, 3-3, можем сравнять. Можем и нет. Молодец! Блин, вообще без шансов. Надо было Юле забрать команду. Матфей, сегодня ты спишь с мамой. Очки забрать. Понял? А с кем должен был наоборот? Должен был нормально поспать. А ты знаешь, что лапка? Это не мы, это команда наша. Ребят, а сейчас вот так вот. Мы проиграли в очередной раз. Знаете, вам же, наверное, уже второй раз. Приносит, да? Приносит. Вот, а почему? Потому что вы верите и ждете, правильно? Да. А вот родители уже обленились. Они уже особо не пишут писем, чего-то там хотят. И непонятно, как там доходит эта информация до Деда Мороза. И мне кажется, она может быть немножко искажена.
прожженные. Давайте это проверим. Давайте. У нас сейчас новогодняя лотерея. Вау. Это неплохо. Да? Достаем. Максим, ты на готов? Я не хоть не буду. Ну, давай. Я готов. Опа. О, мне нужен мой телефон, слушай. Открывать? Да, сейчас, одну секундочку. Угу. Да. Открываем и смотрим, какой там номер у нас указан. Говори. Да. Три. Номер три. Так, что у нас под номером три? Музыку можно, можно музыку нашу. Это можно убавить. Номер три, да? Да, значит, итак, что у нас... Так, теперь у вас всегда с собой источник радости есть свой. Саша. Нет, я сейчас только сейчас подумала, что вы прям вот хотели, так примите в дар, вот вам большой воздушный шар. Только вы не переводите, я извиняюсь. Мы разуем. Так, ну давайте похлопаем, давайте. Ксюшенька, ну ты дитё, подожди, у вас свои подарки, у вас свои сейчас, мы пока что это взрослые. То есть хотели там шар, ну получили шар. Мы же получаем. Так, какой там номер? Четыре. Четыре. Вот, блин. Попасть мечтали на массаж? Что ж, массажист теперь весь ваш. Вам починится он во всем, его смотреть. Вам в руки отдаем. Я тут ни при чем. Один массаж, будьте массажер для ног. Так, следующий, давайте попробуем. Передаем. Все. Я ж, блин. Спасибо большое. Сейчас будет номер 6, смотрите. Ну, какой вы. Нет, по порядку нужно. По порядку 5. Какой номер? Два. Номер два. Волшебных палочек набор хотели бы? Да. Что ж, с этих пор вы просто маг и чародей. Правда, для собственных ушей. Нет, Саня! Вообще, Саня! Давали вообще конкретно. Так, дальше. Повезло тебе больше всех. Вытягивай. Цифру. Сейчас, секунду, посмотрим, какая у меня цифра. Мотоцикл сейчас. Какой? Либо 9, либо 6. Смотря, как перевернуть. А мы посмотрели, точечку не поставили. Ну, вы, ну, любовь выбирайте. Все, так не пойдет. 6. Мотоцикл. Honda Africa, желательно, Twin. Немножечко. Так, ключи вы ждали от квартиры? Ну, да. Вам Дед Мороз их передал. Но адрес и ориентиры квартиры он не указал. Держите вам. Вот, спасибо. Спасибо. Так, следующий. Где мой пакет? У меня 9 уже. 9. Смотрим. Так. 9. 9, ничего нету, к сожалению. А кто хотели? Электричку. Да ну, бывает прям. А что не так, вы не серчайте. А настоящий вы писали? А что же размер не указали? Ну-ка, машина. Это твоя тема. Отличная тема. Так, следующий у нас кто? Марина. Номер 5. 5. Номер 5. Это что-то хорошее. Так, номер 5. Сейчас мы 2 секундочки. Так, о сладкой жизни вы мечтали? Мечта исполнилась. Ура! Вот вам печеньки перепали. Хоть ночью ешьте, хоть с утра. Так, я, да, вот так? Я понимаю. Так, 1. О, 1. Вот. Вы не моряк в душе случайно? Вам яхта, фарт необычайный. Плывите ж вдаль вы безмятежно. На этой яхте белоснежно. Пускай. Вот барабанная дробь. Это красиво. Так, а кто у нас еще остался? А здесь еще есть. Давай. Две штучки. Две? А кто у нас еще есть? А вот ты давай. А я? Да. Так, ну, где вы что-то еще? Я не... Давайте, дети, давайте. Дети. Ксюша, давайте. Да, Ксюша, категория постарше. Да, давай. И вот Алина и Талина, да? Да, и Мадлен и Валерий. Так, сейчас смотрим. 7. Ой, ну ладно. Сражать улыбкой белоснежной всегда была у вас мечта. А вы вели себя прилежной? Ну ладно, вот вам красота. Вообще не туда. Колгейт, тотал.
так, ну что? Саня, ну видите, зато у вас теперь принадлежности в семье. Ну я буду уже. Ноги, уберите один, девчонка. Какой там у нас номер остался? 8. 8, это мотоцикл. Дед каждого предупреждал. Ну это вообще-то вот для взрослых как раз был. Ну ничего. Мотоцикл мне должен был достаться. Дед каждого предупреждал, что поразборчивый писал. Что, что вы там хотели? Паркер? Пишите четче. Вот вам маркер. Это просто в тему, что родители не пишут писем. А Дед Мороз не совсем все понимает так, как надо. Так, ну что, давайте... Спасибо. Спасибо большое. Вот, и мы следом быстренько просто один конкурс разыграем. Да. Один, хорошо? Давайте. Эмильчик, да. На выход. Мариша, Виталик, давайте. Виталя, идем сюда. Хватит там волыни. Один стул надо взять, Эмиль. Мужчины что-то сидят. На меня делал. О, боже. А, мужчины сидят? Да. Нет, нет, сейчас. А, ну да. Да нет, боже. А, заберите его. А, так сядь на диван, а мы никому мешать не можем. Садись, Эмиль, а сядь тоже на диван. Где тоже, да? Да. А что у нас как-то такая музыка повторяющаяся все время? Итак, смотрите, конкурс называется «Веселые кнопки». Мне прям конкретно. Ты помнишь, что же мы выбирали? Розовый? Да. Ты уже играл в этот конкурс. Держите вам желтенькую. Давайте, давайте. Так, вопросы-то другие, так что ничего страшного. Значит, смотрите. Три команды, три кнопочки издают определенные звуки. Например, какой звук будете издавать вы? Пим-пим. Хорошо. Вы? А мы как? Пип. Пип. Давай чуть-чуть дрожь. Давай понять. Не, не надо. Саша. Не, не надо, он будет. Бух. 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 Хорошо, смотрите, сейчас будут задаваться вопросы, и я не буду принимать выкрики, да? Я буду принимать только, когда будет там пим-пим, пип, бух. В общем, ну вот как-то так. А, у нас пип. Так, все, значит, смотрите, слушай внимательно. Так, ребят, мы следим за честным, как бы, да? Судейство, чтобы было честно. Смотрим, кто первее и говорим. Итак, первый вопрос. Сколько букв в слове «снеговик»? Три. Три? Семь. Восемь. Хорошо. Одно что, ребят, поддержим родителей. Наши кнопочки не могут помогать? Нет, могут помогать. Но сначала должно быть пим, а потом уже так. Да, дальше. Следующий вопрос. С какого знака зодиака начинается зима? Пим? Козерог. Стрелец! Пим! Уже зарьем. Так, что там? Следите за счетом, дети. Следите за счетом или нет? 1-1-0. Поехали. Дальше. Надо громко кричать. Так. Только осенне слышал. Какая буква в алфавите 12-я? Пип-пип. Пип, говори. Пип. Бум. К. Правильно, вообще супер. 1-1-1. Так, ребята, теперь на букву К. Давайте охарактеризуем. Вот год сейчас будет. Давайте на букву К. Какой год может быть у нас? Какой? На букву К. Какой? Красивый. Какой еще? Классный, молодец. Крутой, молодец. Какой еще может быть год? Клевый, здорово. Какой-нибудь карамельный. Ну, в общем, классный должен быть год, да, на букву К. Так, поехали дальше. Конфетка, супер, молодец. Какой так, теперь следующий вопрос. Внимание. Ледяной сталактит, образующийся зимой. Пип, сосуд, ну, правильно, все правильно. Так, что-то как-то вот вы это, тихо-тихо. Так, дальше. Следующий вопрос. А как зовут финского Деда Мороза? Бум. Санта-Клаус. Нет. Пип. Вилиха Апасула. Ну, загуглите, ну что, я не знаю. Телефон мне быстро, Эмилька, я быстрее найду. Давай, давай, быстрее мой телефон. Какой Дед Мороз? Чей Дед Мороз? А если телефон брать, так ничего. Я ремонт дела. Ёлки-палки. Правильно, здорово, здорово. Ё-моё, да прикинь, профессор здесь сидит. Да он посмотрел в интернете. Да и нет. Заберите мой телефон. Давайте телефон на сюда. А что, у нас вопросы закончились, дети? Нет. А, ну давайте, давайте так, давайте, последний вопрос. Кто является символом уходящего года? Пип!
Крыса! Нет, неправильно! Кролик! Правильно, кролик! Все! Ну что, кто победил? Ну что, они... У нас есть один победитель. Выставляется шоколад.